Вот, получила подарочный заказ от компании Faberlic, и прям сердце мое поет, радуется. Столько любимых продуктов, например, вот коктейль Wellness, особенно я этот вкус люблю, хотя пользуюсь абсолютно всеми. Шикарный продукт, потрясающий просто, потому что это не только возможность похудения 98 килокалорий, но это еще безумно вкусный аромат и вкус. Я его не пью с молоком, а только с водой развожу. Но это еще и комплекс витаминов, это поднятие иммунитета, возможность роста волос, ногтей, восстановление полностью всего организма. Обожаю наши коктейли, они действительно наполненные. Практически вся таблица Менделеева есть в коктейлях, поэтому всем рекомендую. Вот два аромата. Это действительно прям великолепнейшие ароматы. Это аромат мужской викинг. Он мне так нравится безумно. Это действительно характер, это действительно энергия, это восхитительное ощущение мужественности на ваших мужчинах. И я прям всегда беру своим сыновьям, им это очень нравится, и с удовольствием предлагаю клиентам, чтобы викинг покупали. Вообще беспроигрышный вариант для мужчины, потрясающий. Пуртужур – это легенда, это практически просто легенда, потому что был он создан на свадьбу Алексея Геннадьевича Нечаева, нашего президента компании. И это действительно легендарный аромат, который сочетает в себе и нежность, и верность, и преданность, и даже переводится навсегда. Поэтому этот аромат, у меня есть одна клиентка, которая только пользуется вот этим ароматом пуртужур. Когда он у нее заканчивается, она прям вновь ко мне звонит. Он нежный, воздушный, цветочный, для такой нежной и ранимой души, любителей романтики. Если викинг это такое, оно самое и название говорит, викинг, пуртужур это прям вот восхищение весны, лета, чего-то такого нежного и восхитительного. Вот один из продуктов, который я покупаю регулярно, это сухой шампунь для волос. Обожаю его безумно, потому что это скорая помощь, особенно осенью и зимой, когда вы надеваете шапку, и волосы очень быстро грязнятся, и иногда прям грустно, что у вас примялась ваша прическа. Поэтому, когда вы брызгаете данным шампунем, то волосы становятся очень пушистыми, очень воздушными. У меня цвет волос белый, и я особенно беру этот шампунь сухой конкретно под белые волосы. Особенно, когда съемок много приходится делать, это действительно скорая помощь. Вообще, великолепнейший шампунь. И даже знаете, как вы побрызгали в один день, и потом еще несколько дней этот эффект остается. Делаю обзор. Порошок легендарный. Это порошок универсальный, но с ароматом. Бывает без аромата, есть очень легкий нежный аромат. Бесфосфатный, абсолютно смывается с одежды, гипоаллергенный, разрешается стирать детские вещи. Он настолько... Знаете, как концентрированный, пачка маленькая, а по сути это на 3 килограмма веса порошка. Нужна всего одна ложечка. Я постоянно стираю данным порошком и даже нисколько не задумываюсь, чтобы поменять его на какой-то другой. Беру еще для цветных тканей и универсальный. Зубная паста легендарная, абсолютно легендарная. 20+, это паста концентрированная для всей семьи, она прекрасно ухаживает за деснами, она великолепно предотвращает кариес. Это действительно лечебная зубная паста, нужно всего лишь маленькую горошину на очистку зубов, поэтому всем рекомендую, очень люблю ее, и по вкусу она приятная, и по составу очень важна. Скраб. Скрабов огромное множество, но это действительно вкусовое удовольствие, которое для вашего тела, чтобы оно было гладкое и очень нежное. Мои знакомые, когда трогают мои руки, например, говорят, у тебя по состоянию кожи как молоко.
как молоко, потому что гладкое и очень нежное. Это благодаря тому, что я использую скрабы. Я их очень люблю. Без них сложно очистить поры, даже если вы пользуетесь замечательной мочалкой, но это еще и удовольствие вкусовое. Легендарный крем для лица Blur. Это просто великолепие, особенно для тех, кто снимается, делает много съемок. Тот, кто идет на праздник, это возможность на фотографиях и в селфи выглядеть просто великолепно, лучше, чем вообще есть на самом деле. Моментально и очень хорошо сглаживаются всевозможные морщинки, трещинки, поры закрываются. Визуально создается эффект гладкости кожи. Левик, не мешай мне, но это зубная щетка. Наши зубные щетки очень хороши, я постоянно их использую, постоянно их меняю, потому что рекомендуется, чтобы зубная щетка, Левик нельзя, чтобы зубная щетка обязательно менялась каждые 3 месяца, а то и чаще. Поэтому зубные щетки достаточно мягкие, достаточно жесткие, то есть средней жесткости, и прекрасно очищают зубы. Это, опять же скажу, легендарные патчи для век, потрясающие. О них я буду вам на видео сняла. Я их очень люблю, постоянно использую, причем это можно использовать как для век, точно так же можно их положить и на те проблемные зоны, где есть какие-то дефекты кожи, где вы хотите, чтобы кожа была более увлажненной, убрали синячки, какие-то отеки. Вот это вот великолепнейший продукт, тут огромное количество этих патчей, громадное просто. Но это я вам покажу потом в видео, прям очень их люблю. Ну и наша любимая тушь, она сейчас в обновленном варианте, новинка, хотя в принципе эту тушь знают очень многие. Сейчас я ее открою одной рукой, и вы увидите и поймете, о чем я говорю. Вот видите, наша любимая главная тушь, которую приобретает громадное количество людей, клиентов, консультантов. Слава богу, что ее вернули, потому что очень многие прям страдали и говорили. Она идет вот в таком футлярчике. Сейчас, секунду. В бархатном футляре, очень приятная на ощупь. И вот эта тушь, это один из самых любимых продуктов очень многих. Потому что мало того, что она прошла офтальмологический контроль, то есть она абсолютно гипоаллергенна и безвредна для глаз. С этой тушью можно использовать линзы, не каждую тушь можно нанести на ресницы. Но еще она и ухаживает за ресницами, восстанавливает их структуру. Там специальные ингредиенты, которые ухаживают за нашими ресничками, но еще она моделирующая, то есть она там великолепная кисточка, которую можно, в принципе, которая подойдет для очень многих ресниц. Она делает и пушистыми их, и моментально черный эффект, а еще и в придачу удлиняющая. И можно смоделировать и стать и хитрой лисичкой, и многое другое. Спасибо огромное компании за такой вот великолепный подарок. Подарок 25-летию компании. Я обожаю нашу компанию Faberlic и очень ценю вот такие подарки. Спасибо огромное. С вами была Курячая Татьяна.